Toyota Land Cruiser Prado, на котором мы делаем замену сидений. Вместо штатных мы установим сиденье от BMW. Также мы сняли руль и сняли ручку переключения коробки передач для того, чтобы перешить их в натуральную кожу. Сиденья будут перешиваться также, и это только первый этап. Далее мы будем устанавливать сюда полозья под сиденье, и позже покажу вам, какие сиденья мы сюда установим и как это все будет. Вот, дорогие друзья, те самые сиденья, которые мы устанавливаем в Land Cruiser Prado. И да, бывает такое, что люди меняют оригинальную кожу и хотят перешить ее в велюр. Чуть позже, когда эти два сиденья дособерут наши мастера, мы покажем вам, как мы их установим и как это все в целом будет выглядеть на этом прадике. Работы по замене штатных сидений на более комфортные от BMW 7 серии в этом Land Cruiser Prado уже близится к завершению. Уже установили одно сиденье, которое мы полностью перетянули в велюр, поставили на наши полозья, которые мы изготавливали сами, обтянули металл специальной тканью, и выглядят эти сиденья просто шикарно. Вы посмотрите, как переливается велюр при свете. Далее будем устанавливать второе сиденье и покажем нашу работу всю в целом. Ну и, конечно же, долгожданная финалочка. И вот полностью готовы установленные сиденья, перетянутые в велюр, с сохранением всех штатных функций от сидений BMW. Также я вам ранее говорил, что мы перетягивали ручку переключения коробки передач и руль в настоящую кожу. И вы посмотрите, как это шикарно выглядит. Сиденья комфортные, сиденья приятные. Обращайтесь в BGT Workshop.